Численность народных дружинников в Приморье превысила 1500 человек. Эти данные озвучены в Арсеньеве во время совместного рейда краевого ОМВД и командиров народных дружин. Сегодня отряды добровольных помощников полиции есть в каждом населенном пункте края с населением свыше 500 жителей. Дружинники участвуют в обеспечении порядка в общественных местах и помогают участковым и автоинспекторам в профилактических рейдах. В 2017 году при участии народных дружинников в Приморье раскрыто несколько сотен преступлений. Администрация края и законодательное собрание 598 краевой закон, который принят, еще ряд дополнений и поправок, социальные гарантии и материальное обеспечение народных дружин. Материальное обеспечение в рамках материального стимулирования дружин.